рак шейки матки сегодня резко омолодился. Я не помню, что 30 лет назад в клинике лежала пациентка 25 лет. Даже 30 лет. Это нонсенс был. Сегодня, недавно, 2 месяца назад, у меня в клинике лежала пациентка 16 лет. Плоскоклеточный рак шейки матки. А пациентки 18-20-летние пациентки сплошь и рядом. И беда заключается в том, что все эти пациентки, львиная доля их приходит с запущенными стадиями заболевания, 3-4 стадии. Они еще даже не успели стать мамами. Понимаете, вот в чем трагедия, вот в чем проблема. Поэтому сегодня надо, вероятно, в какой-то мере переориентировать усилия нашего здравоохранения. Почему помолодел рак шейки матки? Потому что у нас изменилась социально-культурная среда. Сегодня, средний возраст девушки, которая вступает в сексуальный дебют, снизился до 16 лет. Это средний возраст. Во многих московских школах было такое анкетирование, где было показано, что сексуальный дебют начинается с 13-14 лет. И физиологически еще в этом возрасте шейка матки не созрела. Там есть очень масса слабых звеньев, которые формируют развитие злокачественного процесса не в течение длительного времени, когда это происходит у взрослой женщины, а в течение очень короткого времени, в течение 1,5-2 лет может сформироваться и развиться очень выраженный рак шейки матки. Поэтому если мы хотим говорить серьезно о профилактике, то, наверное, и ранней диагностике, то, наверное, надо перестраивать вообще, информационную составляющую в средней школе. Надо, наверное, чтобы, семья как-то активно участвовала и понимала, важность, вот этого вот, поделикатнее, нравственные основы вообще, которые должны существовать. Во всяком случае, те, которые идут с учетом нашей истории, культуры и так далее. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».